Второй сезон стартовал. Смотрим танцы на ТНТ. За день до выхода в эфир в пятницу проект презентовали в парке Сокольники. Я и мои коллеги были в центре событий. С чего может начаться премьера самого масштабного в России проекта «Танцы на ТНТ»? Конечно же, с танцев, точнее, с их тренировки. Прямо сейчас за моей спиной все желающие, кто собрался на этот грандиозный концерт в парке «Сокольники», репетируют флешмоб. Сотни человек, в основном это молодые девушки и ребята, пришли сюда, чтобы поддержать проект «Танцы на ТНТ» и поучаствовать во флешмобе. Движение они учат, как вы видите, прямо здесь, на месте. И они просто обожают ТНТ и проект «Танцы». Он очень крутой. Вот, он всемирный, я не знаю, это просто легендарный. Очень классно, что они делают второй сезон. Потому что действительно ребята очень классно танцуют. И я думаю, найдутся достойные люди, которые опять выступят на сцене ТНТ. Все завораживает от начала до конца. Ну, все сделано мастерски, сразу видно. Это в стиле ТНТ. И даже мастер-классы от звезды первого сезона танцев Антона Пануфника через 2 часа – крутой флешмоб. Второму сезону танцев на ТНТ дают его знаменитые ведущие и наставник. Новый сезон будет еще круче, еще масштабнее. Так что смотрите, второй сезон танцев, будет очень много сюрпризов, будет очень много звезд. На самом деле много будет открытий для вообще в принципе танцевальной культуры в России и особенно современного танца. Очень много иностранных хореографов, которые приедут нам в сезон в этот раз, которые работают с мировыми звездами, которые будут нас заниматься с нашими ребятами. Так что я не могу, не хочу я все рассказывать. Интригу сохранят до самого выхода в эфир, но фанатам это даже нравится. На сцену в Сокольниках выходят только их любимчики из первого сезона. Это шикарный концерт, это наши любимые вообще танцоры. Это мы еще больше рады еще раз наблюдать это настолько шоу. Вдохновляет, что мы прям стоим, глаза горят, эмоций много. Прям хочется танцевать и танцевать. Круто! Атмосфера просто чумовая. Вообще все так круто, такие молодцы ребята, все выступают, мы за ними все следим на ТНТ, очень здорово, вы молодцы. Сравнивать первый и второй сезон – дело неблагодарное. Но то, что это будет зрелищно и профессионально – это точно, говорят те, кто уже в теме. Пришли очень профессиональные люди. Уровень именно танцоров так высок. Девочки к нам пришли прям очень сильные. Мальчишки тоже неплохие. Пятница, 9 часов вечера, грандиозный концерт в Сокольниках продолжается. Но когда вы, уважаемые телезрители, сейчас видите этот сюжет, уже понедельник, и на ТНТ стартовали танцы второй сезон, поэтому мне остается добавить, что теперь каждую субботу мега-шоу «Танцы на ТНТ». Включайте, смотрите. Олеся Торбенкова, Карина Харитонова, Михаил Рачков, Сергей Гладкий из парка «Сокольники» специально для программы «Новости дня».